Здесь живут футболом. Сочинский фестиваль болельщиков – это то место, где объединились люди разного возраста, разных национальностей, вероисповеданий, имеющие разный цвет кожи. Но здесь все эти люди, живущие на разных материках, болеют за общее – за футбол. Разумеется, в дни проведения конкретных матчей каждый переживает за свою сборную. Но если случится так, что команда не проходит следующий тур, болельщики всегда находят с кем объединиться. Ведь на фестивале болельщиков FIFA всегда радушный, по-сочински теплый прием. На лучшем месте после стадиона Фишт можно не только посмотреть матчи чемпионата мира по футболу, но и стать активным участником развлекательных мероприятий. 20 июня площадка откроется в 13 часов. Для поклонников настоящего футбола в среду запланированы выступления популярных диджеев, ну и, разумеется, прямая трансляция трех матчей.